90-е годы, слава богу, система, в общем-то, детского образования не была разрушена. Она сохранилась. Что касается выставок, то идет очень серьезная работа с регионами России. И регионы России присылают рисунки, диски, портфолио самых одаренных детей России, которые рисуют. Если вы обратите внимание, это выставка, которая здесь, ну, в общем-то, это от Калининграда до Владивостока.